Мыслительный процесс у нас происходит не потому, что кто-то мыслит, а потому что разнородные потоки информации об одном и том же неизбежно друг с другом конфликтуют. И вообще то, что у нас мыслительный процесс есть, и мы его даже слышим, иногда он так сильно есть, что мы его слышим в виде наших мыслей, потому что наши мысли — это просто слышание того, что там происходит в этой всем. Вот. Это результат того, что просто есть противодействие.